100 проектов в рамках фестиваля. Фестивали призваны показать с новой стороны Одессу туристическую. В течение 3 дней, 28, 29 и 30 июня, в Одессе пройдет огромное количество фестивалей, 50 масштабных, внутри которых они тоже будут подразделяться. И они самые-самые разнообразные, поэтому все гости, все жители города смогут найти мероприятия на свой вкус. В эти 3 дня пройдут многочисленные культурные события – спортивные, музыкальные, интеллектуальные фестивали, конкурсы кулинарии и вокала, авто- и велопробеги. У нас будет очень большой велопробег. Ранее по Одессе такие не проводились, 25 километров по черте города. Проверить свои физические способности можно будет на мастер-классе по йоге. Мастер-классы по йоге. Вы сможете прийти, сами попробовать на себе, что такое йога, немножечко погнуться и получить удовольствие. И также будет показательная программа наших ведущих преподавателей. Вы сможете насладиться реально зрелищем профессионалов, которые будут гнуться и показывать для вас высшее мастерство. Посмотреть на Одессу глазами профессиональных фотографов и простых любителей можно будет на Одесской сушке. А потом, как всегда, забрать понравившуюся фотографию с собой. Сотни фотографов Одессы приносят свои фотографии с различными видами и Одессы, и моря, и зарубежных стран. И мы смотрим на это все, общаемся, делимся опытом и обмениваемся фотографиями. Запланированные фестивалем мероприятия будут активно проводиться не только в центре города, но и на побережье. Например, на набережной Ланжерона пройдут кулинарные фестивали и фестиваль дайвинга, а на Аркадийской аллее пройдет открытие нового фонтана – грандиозный концерт. Мы пригласили европейскую звезду, многим известную, ее зовут Ингрид. У нас будет часовой концерт, программы для детей, развлекательное шоу. Ну и обязательно всех приглашаю посмотреть, что же такое за чудо светомузыкальный фонтан. Занятие и зрелище по душе сможет найти каждый одессит и гость нашего города. С нетерпением ждут открытия фестиваля. Мишель Арманд, Алексей Мураховский и Думская ТВ.